соцсфера, ЖКХ и благоустройство. Главные статьи расхода городского бюджета на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов. Деньги на эти направления выделены немалые благодаря поддержке губернатора и фракции «Единая Россия» в законодательном собрании Ульяновской области. Так, объем доходов бюджета города в следующем году прогнозируется в размере более 11 миллиардов рублей. Налоговые и неналоговые поступления составят свыше 5 миллиардов рублей, субсидии и субвенции – более 6 миллиардов. Проведена огромная работа, огромное количество консультаций. Мы изначально понимали, что больше половины доходной части бюджета – это средства из регионального бюджета. И, конечно, мы очень много встреч и консультаций провели с нашими коллегами фракции законодательном собрании «Единой России». И при поддержке губернатора мы сегодня видим, удалось доходную часть бюджета по сравнению с первоначальным бюджетом прошлого года увеличить более чем на 2 миллиарда рублей. Бездефицитный и социально ориентированный бюджет. Планируется, что в 2020 году из городской казны будут наращивать финансирование соцнаправлений. Так, в первую очередь, расширят меры поддержки по соцпрограммам. Из 11 миллиардов, более 11 миллиардов бюджета, порядка 60% – это те деньги, которые будут направлены на развитие социальной сферы. И, конечно, здесь мы отмечаем важные моменты. Это и меры социальной поддержки. Вот уже к 40 приближается количество мер социальной поддержки, которые действуют на территории города, которые этим консолидированным бюджетом федеральным, региональным и городским будут обеспечены. В проекте бюджета на финансирование программы по капитальному ремонту многоквартирных домов заложена сумма 80 миллионов рублей. Однако профильный комитет в ходе обсуждения увеличил сумму до 100 миллионов. Кроме этого, средства будут выделены на благоустройство общественных пространств не только в центральной части города, но и в микрорайонах. Также должное внимание уделят развитию ТОСов. Конечно же, территориальное общественное самоуправление должны подойти к этому делу очень серьезно и профессионально. Хотя они сегодня активно жизненную ситуацию проявляют. И они понимают сегодня, что через территориальное общественное управление можно развивать дворы, площадки, парки, скверы. По исполнению бюджета 2020 года в Ульяновске будет установлено не менее 60 детских и 100 спортивных площадок. 13 школ отремонтируют, а еще в 22 благоустроят дворы. Кроме этого, начнется замена оконных блоков в учреждениях дополнительного образования. Из основных и, я думаю, наиболее важных, это то, что в этом году планируем завершить программу замены оконных блоков во всех детских садах города Ульяновска и уже в следующем году перейти на замену оконных блоков в центрах дополнительного образования, в спортивных учреждениях. Отдельной строкой в горбюджете предусмотрены средства на развитие электротранспорта. Более 1 миллиарда предусмотрено на ремонт городских дорог и канализации. По программе обновления электротранспорта закупят 70 трамваев. Также деньги направят на программы помощи начинающим и молодым предпринимателям. Предполагается, что поддержку в виде субсидий получат не менее 59 субъектов малого и среднего бизнеса, чтобы уже в следующем году, благодаря им в том числе, открылись новые рабочие места, а следовательно, пополнился консолидированный бюджет. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Управда ТВ.